Дай, боюсь. Какой красивый остров, да? Ну да, красивый. Неужели возражаешь? Алешка, у рабах? И что они там делают? А черт их знает. Какой... Интересное положение. Одни бабы. Женщины. Ну да, женщины. Ну да. И по острову в полный рост пройти нельзя, когда ты на свою охоту выходишь.
Мы с тобой, Алешка, погибали 11 раз в море, в штормах. Не боюсь. А женщин сказать, ты мне нравишься. Боюсь. Не боишься? Интересно. Член управления колхоза могу видеть? Можете. Я там был, там никого нет. А вы сюда смотрите. И что такое? Путевка. Какая путевка? Моя путевка. Вы читаете? А вам, собственно, что нужно, гражданин? То есть как что надо? Вы в город писали требования насчет механика? Писали. Ну вот я и приехал. Механик? Механик. Ну да. Ну да. Ух ты, милый! Да чего так обрадовались? Да как же, думали, завтра в море не выйдем. А ваш-то где? Своих мы в армию отправили. На Дальний Восток уехали. Тихоокеанский флот. Ну мы к вам на всю пути идем. На 3 месяца. Эдж. Моя бригада. Ну, как сказать? Артист, знакомься! Приехал! Неужели механик? Механик. Ну, гора. Председатель правления. Ну, приехали. Приехали. Ну, Маша, пойди проводи. Покажи баркас. Ну, пойдемте. Нравится. Нравится? Очень нравится. Ах, очень нравится. Даже больше того.
Ну так осматривайте, раз больше того. А чего мне его осматривать-то? Я на все могу. На мотоцикле могу, на автомобиле могу. На аэроплане можете. Могу. Врёшь! Что это? Мои любимые бусы. Туда вставай теперь. Ну, ныряй, ныряй, ныряй. Да вставай, тебе говорят, да? Безобразие. Не беспокойтесь, пожалуйста. Он достанет. Он хорошо плавает. Не беспокойтесь, я говорю. А вы меня пока проводите, ваше правление, долхоз. У меня командировка есть. Пожалуйста. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Тоже смылось? Чего смылось? Бумажка. Нет, бумага есть. Печать есть. Буква пропал. Ну ничего. Все равно проводить, пожалуйста. Он достанет, достанет. Не беспокойтесь, пожалуйста. Алешка, ты все на собой, да? Не беспокойтесь. Из-за девушки, которую один только раз видел, потерять аппетит. Никогда в жизни. Врешь все. Ты мне ее по уши. Назло всем где? Ошибаешься. У меня очень серьезный аппетит. Ты сам ее по уши. Вот это я ясно вижу. Знаешь, Алёша, не будем спориться. Ты здесь посиди 1 секунд. Я сейчас приду. Приятный аппетит.
Вся синяя ненастье, я брожу в твоих краях. Отчего ты снишься, Настя, в лентах, сигах и кружевах? Отчего ты снишься, Настя, в лентах, сигах и кружевах? Алешка! Сердцем больной, не хочет идти в море. Какое такое сердце? Самое здоровое сердце? Алешка, что поняли? Баркас стоит? Ты что, плачешь? Разве можно в такое горячее время плакать? Болит что-нибудь, да? Болит. Доктор надо. Такое горячее время получается некрасиво. Oh,
Простите, Машенька. Алешка! Алешка! Поговорить надо. Dağır değil mi? Dağ desem, dağır yer. Если я свой горе, горе расскажу, гора растает. Ты что на меня так смотришь? Не смотри так на меня. Скажите, чтобы не смотрел так на меня. Я хочу говорить про мой друг, про мой самый лучший друг и товарищ. Вот он, стоит здесь. Симулянт и прогульщик. Смотрите на него. Алешка, я тебе говорил. Минулин, пойдем. А он? Ох, ах, плачет. Доктор надо? Не надо, не надо. Не люси, люси, люси говорил. Все просил. Алеша, пойдем, пойдем. Пойдем! Он не ходил. Он ходил? Куда ходил? Город ходил? Покупал? Мус-мус? Всякая чепуха? Чепуха? Адам, понимаешь? Ты один механик, вести колхоз. Вести, понимаешь? Не понимаешь. Баркас стоял? Стоял. Сколько рыбы не хватает? А? Пять раз больше не хватает. Как ты мог обманить весь колхоз? Имени. Дайте мне высказаться.
Знаешь что, Юсуп, вот я смотрю на тебя и думаю, по-моему, на Машеньке должен жениться ты. Я? Ты. Я? Алешка. Менелюн. Серьезно говоришь? Я женюсь. Я женюсь. Эх, Алешка, какой жизнь у меня будет. Мировой. Ты знаешь, мы с Машенькой два как один. Вместе на море ходить будем. У нас будет сын, дочка, много-много. Раз, два, три, четыре, пять. Ты знаешь, какую пальму я тебе сделаю? Представляй себе, море, чайки. 10 баркас, один за один, на каждый баркас 21, 20. Ты дирижер высосимфонический оркестр. Играй! Музыка играет. Уджа даглар башында бир сүрү койун, бир сүрү койун, бала бир сүрү койун. Uzaktan bakmaknan men nice doyum, men nice doyum, bala men nice doyum. Как играет. Даже рыбка из воды слушает. А мы плывем, плывем. Нет, не плывем. Летим. Как чайка. Хорошо. Нет, не буду жениться. Тебя жалко. Не могу. Я вам отдам Машеньку. А вы думаете, я вам отдам Машеньку? Драться буду, как на фронте за Машеньку. Испугался? Не боюсь. Чё кричишь? Подумаешь. Давай, давай спросим. Машенька, Машенька.
мы сегодня жим серьезно. Вырвало из наших рядов горячо любимого товарища. Не стало прекрасного бригадира. Нет с нами Машеньки. Нет ее в живых. Не стало любимого друга.
Маша. Кто умер? Говорите. Ты умер. Ты умер. Ты умерла. Ты умер. Лучше меня. Подходи вперед, а? Ладно, сейчас по очереди. Товарищ, я вас очень прошу, товарищ. Алешка, ты мне товарищ, да? Я вас очень прошу. Алешка! Алешка, ты мне товарищ, да? Не забывайся, Алешка! Спасибо, товарищ. Очень спасибо. Пожалуйста, ко мне дома дело есть. Алешка меня ждет. Алешка ждет. Что значит, Алёха? Подождёт Алёха. Дедушка, мне как раз. Маша, мне говорит, надо. Не надо меня. Надо мой номер, я тебе говорю, мой номер. Плохо работает, здесь можно. Да, не снимай штаны, зачем штаны снимаешь? Дедушка, может, теперь мой самый любимый девушка отбирает меня. Слушай, что вы делаете? Что вы ко мне пришли? Надо, надо, мерить надо. Слушай, дедушка,
Ай-яй-яй, дедушка, ай-яй-яй. Теперь, может быть, мой счастье бежит от меня? Не щекотай меня, что вы делаете? Пусти, хватит, довольно, как раз. Смотри, правильный номер, правильно, как раз. Смотри, вот верни, хватит, довольно. Как раз, я говорю, как раз, дедушка, верни номер, пусти, говорю. Отпусти меня, да? Ладно, Машенька, ты готова? Не бойся, не пойду сейчас. Иди, говорю. Не могу. Другой раз как-нибудь. Ну не можешь, так я сам пойду. Куда ты? Пусти. Куда ты? Пусти. Куда ты? Пусти. Погоди, ты... Пусти. Алешка. Пусти. Ничего. Ай, дедушка, я тебе говорил, не надо мерить, как раз. Вот тебе как раз. Я люблю тебя, Машенька. Вот тебе раз. Как так любишь? А так вот. Полюбил. Что ты, Алешка? Милый мой, хороший, славный. Я ее абсолютно не люблю. А она тебе? Она, по-моему, тебя любит. Врешь. Пойди ее и спроси. Ты ее совсем не любишь? Или чуть-чуть любишь? Давай поговорим.
давай поговорим. Машенька, мы вместе на море ходить будем. Я Алешке хотела объяснить, да он убежал. Ага. Ты меня выслушай, ты поймешь. Я пойму, я люблю тебя, Машенька. А я другого люблю. Простите, Машенька. Он опять обманул меня. Кто? Алешка сказал, ты меня любишь. Подожди. Пошли! Ну подожди! Пошли! Подожди, Юсуф. Вот смотри. Брат твой очень хорош. Это не брат. Это жених мой. Любимый мой. Я ему слово дала. Он далеко теперь, на Тихом океане. Все равно, Машенька, я тебя очень люблю. Понимаешь, люблю. Ну, пойми. Ну, а если тебя Ворошилов служить позовет? Пожалуйста. И ты уедешь далеко, на границу. Пожалуйста. А твоя любимая другого тебя заведет. Ждать покажется долго. Как твое сердце там? Беспокойное будет. Ну-ка, подумай об этом. Правильно говоришь. Только я еще больше люблю тебя, Маша. Петька! Поди сюда на минуту. Прощай, Люба. Прощайте. А ты куда? Домой еду. Там своя кузина начинает. А Баркас? Ты теперь сам справишься. Ну, прощай, Леша. Прощайте. Домой пошел.
Я тоже домой пошел. Передайте наш горячий привет весь колхоз. Самый большой, самый крепкий. Не щекотай. Да я забыл. Не любит. Вот дело. Да она и некрасивая. Алешка, зачем врешь? Она очень красивая. Она очень хорошая. И ты ее любишь. И я ее люблю. Только у нее жених есть. Какой жених? Такой. Хороший жених. Он Тихий или Великий океан во флоте служит. Жених. 4 года плавает, и все, жених. А, чок поел. А если мы с тобой женихи будем, и нас Тихий или Великий океан служить позовет. А? А твой невеста другой себе заведет. Как у тебя будет сердце там? Неспокойно. Вот, получается некрасиво. Очень некрасиво. Ну, неужели возражаешь? Лети быстрее, чайка, в синем море вечер настает. Поскорее, птица, узнай-ка, как мир.